Всем привет, с вами Клантайка, и мы с вами сегодня будем играть в Roblox игрушку под названием Emoji Simulator. Я не знаю, я просто, ребят, не удержался, что за игра, я даже не представляю. Неоднозначные оценки, плюсы и минусы, лайки, дизлайки, не знаю, как там у них находится. Сейчас посмотрим, что за игра. Я вижу, она по локационной, она очень красивая и милая. Первый раз, ребят, запускаю, поэтому посмотрим, оценим сейчас эту игрушечку. Немножко отвыкаю, как говорится, от Бисварма и играю в какие-то параллельные еще другие игры по Роблоксу. Итак, смотрите, что за игра. Ой, у нас сзади уже эмоджи. Он смеется, ржет. Так, я видел код. Там код, короче, в самом начале в описании прям к этой игре, прям в Роблоксе. Чё? Я прям боюсь. 700k Games. Я что-то получил? Нет, ничего не хочу получать. Отстаньте. Давайте, циркус. А, что-то дали. Ничего не дали, да? А чё мне ничего не дали? Квест. Спаун. Стор. Сеттинг. А, инвентарь. Нет. Короче, мне нужно подбирать, получается, вот эти сердечки, да? Или чё? И что он будет с ним делать? Ой, как медленно все, ребята. Нет, это прикольно, как задумка прикольная, налеплено очень много всего. Так, отправляйся сюда. Нам нужен резко второй уже питомец. 500 коинцев стоит у нас. Давайте сейчас быстренько наберем. Он собрал или нет? А, 3, 2, 1, он заглючил, все. Типа перезарядка, у него... Он тут заглючил немножко. А, он левел получил, да? Ой, какая это рожица. А там, что, подождите, а там показано кто? Да, есть комонки от комонки. Ой, как прикольненько. Так, квестиков я еще пока не выполнил, да? А, выполнил один. Окей. Дождем. Может быть, накопим много, короче, бабла и... И... В общем, это опять игра типа анбоксинга-симулятор. Только это в виде смайлов, ребят. На заднем фоне у меня, кстати, если что, сынишка. Поэтому не пугайтесь, он там пытается... поладить с телефоном. Но у нее нечаянно не получается. Так. Что у нас тут за дела? Пятифончик мы накопили. Давайте за петом придем. Опен один. Е. Мышка не работает. Нужно Ешку нажимать. И кто там? Кто там? Просто улыбан. Улыбан? Камоновский. Плохой, плохой, короче, надо было анкамоновский хороший. Так, давайте, два мы можем стать. Вот мне дали, это знаете за что? Это мне дали за код циркус. Офигеть, вот смотрите, какой у меня цирк раровский. Так, берем одного сюда пошлем. Одного сюда пошлем. И давайте за цирковков вам поглядим. Так, кто-то обнимает, этот тоже обнимает. А этот тоже обнимает. Ребята, они все обнимаются. Ой. Ой, нифига себе, кто у него прикольненький. Ну и так, ребят, копим наши первые в бабло, баблишко. Я даже не знаю, кого. Кстати, мы еще какой-то квест, да, выполнили? Нет, нам все-таки дали все, что только... Что-то непонятное. Стори мы что-то купить можем. Мы же еще можем кого-то апгрейдить. Пойдемте кого-нибудь апгрейдим. Они сами пускай прилетят. Да, эта игра очень сильно похожа на Blob симулятора, на Pet симулятора. В общем, короче, такое. Так, апгрейд. Перк. Это робоксы, это гемсы. Понятно, это я не туда зашел. Бай. А, это апгрейд, но это в шоповске апгрейд, да? А, вот апгрейд. Апгрейд. Что-то вообще непонятно, ребят. Не, я что-то не хочу туда кликать. А, у меня уже косарик есть.
А ты еще на кармане, ребят, смотрите, а топов нету. Идеи прикольные, но они уж слишком как-то медленно все это делают. Ой, я что-то кликаю, они еще не выполнили, да? О, кто-то третьего левела. Смотрите, они левел-то сами получают. Блин, тут не показано. А, вот написано третий левел, да? У этого написано второй левел. А, надо кликнуть, чтобы у них все просто было написано. Глючит-то, ребят. Итак, вот смотрите, третий от второго отличается... Да почти ни в чем. Что-то не дан... А, сколько нужно. Да ни в чем они не отличаются. Сейчас давайте сравним все-таки... Пока этих сейчас поставим. Чубриков. Сюда. А давайте сравним все-таки вот этого с этими. Да тоже никакой разницы. Просто красота, наверное, влияет. А еще и к шапке есть. Ну, вообще, точно вылитый блок... О, этот, как там... Отбоксинг. Что-то вот пошла идея воровать с отбоксинга. Не знаю, откуда... Откуда такое сказали, что анбоксинг очень классная игра? Там сеттинг-то прикольный был, ну и все. А тут-то они не сделали всего этого. Да, игрушка очень милая. Очень милая, очень прикольная. Давайте еще квестиков посмотрим. Клайм. Вот зачем вот это вот постоянно мне писать окей? Лишние. Некоторые вещи лишние делают. Просто давали бы монетки и все. И никаких бы не было проблем. 2000 у нас уже бабла. Но, смотрите, они по-разному дают, приносят. Смотрите, вот это сейчас второй сколько принесет? 114, давай. 110. Тоже 100, да? О, у него маршмелка! Ха-ха! Ну ладно, прикольно. Прикольно, прикольно. Сейчас уже 2500 будет. Сейчас пойдем открывать. Открывайся! Не хочет открываться, ребят. Вау, ай, мы открыли ее. И тут уже сердечки. Давайте, сколько он будет сердечку лазить? А можем по два? Нет, каждый только может по одному собирать. Ребят, каждый только может по одному. Долго он будет его собирать? Сейчас часа два такой. Вау, кстати, заметили, тут поменялась музыка. Вот это, кстати, не хватает ни в одном симуляторе. Это прям топ-притоп. За это я просто поставлю 100% лайк, ребят. Я сейчас вам продемонстрирую, ребят. Слышите? Одна музыка. Перехожу. Вторая музыка. Причем в тематику Египта, ребят. Где такое? Хоть в одной игре такое есть? Ну, я имею в виду подобных игр. Нету. Понятно, что там есть такое, там в тот же самый Бессмертный симулятор. Но там не так это. Там тоже это все классно. Тут... Смотрите. Блин, ну как круто, а? Ребят, вот кто создает всякие вот эти вот игры, симуляторы, обязательно вот такую прям заметочку вам, ребят, подставлю. Офигительная вещь. То есть, если у вас какая-то локация в теме, то, пожалуйста, сделайте вот так же. Например, вот какой-то Египет. Тут египетская музыка, какая-то такая египтянская, я даже не знаю, как это назвать. Тут обычная трава, тут какой-то остров, причем прикольно, красиво сделано. И все, и в тему. Тут даже заборчик есть. Это типа огород, да? Хотя пальма. Да нет, остров какой-то. И Египет. Не Египет зачет, ребят. Вот опять же, и в обиду. Наверное, все-таки обосру предыдущую игру, которая вот вчера у нас выходила. Русская вот эта уменьшителя. Помните, я говорил, там локации пустые. Вот, смотрите. Тоже пустая локация, но поставлены пару веток. И уже, и вот эту вот морду. И смотрите, как локация просто преобразилась. Хотя, например, там дно тоже нету его. Там тоже травы нету. Как бы, все равно пустоватое, но прикольно. Но классно смотрится. Мне нравится, как смотрится, ребят. А что они уже, А, это он уже его, это. Это они уже его собирают. Так, давайте пособираем. Пойдем откроем сундучок. И, наверное, зафиналим. Кстати, можем наверх забираться? Тоже сундучок, кстати, сундучок очень красиво сделан. Сами будет собираться? Давайте проверим, сами вот эти соберутся. Ой, смотрите, какие монетки в честь Робокса. Сами соберутся? Сами давайте. Ой, какашка! Не, не, сами не собираются, не хотят. Я что-то боюсь их профукать. Но там особо немного, но все равно профукать-то можно.
Забраться можно, а перебежать нельзя. Нет, перебежать нельзя, ребят, но забраться можно. Что-то тут посидеть. Это прикольно. Смотрите, мы можем по локациям посмотреть. Локаций очень много, ребят. Смотрите, там черный. Я хочу следующую локацию открыть. Я не знаю, у меня до 3 сучки, ребята. Я обязательно сейчас прокачаюсь. Давайте, ребят, прям вот для вас это будет секундочка. Я за кадром прям прокачаюсь, прям быренько. И посмотрим, какая музыка в следующей локации. А, ребят, ну и что у нас? У нас уже подходит уже финальная часть этой нашей серии. У нас уже почти 50 тысяч монеток. Я, кстати, сбегал еще одного пета повыбивал. Кстати, пойдемте, давайте еще, кстати, петов повыбиваем. У меня сундук заглючил. Он, кстати, не каждый час, как во всех играх, а каждую там минуту. Но он очень мало давал, поэтому даже он заглючил, и пофигу. Да, по 5 монеточек давал, и 2 раза и так и заглючил. Тут есть за... А, это за робукс, а я думал, за эти есть. Очень-очень сундучки какие-то, они вот из этого, то есть они копейки стоят. 1300, 1500, 1700, то есть каких-то прям топовых сундуков там за 10 тысяч, за 20, я пока, ребят, не увидел. Вот, и что выбивал там из них, они все одинаковые. Где эти питомцы? Вот эти вот синие, это вот эти тоже они синие. То есть это как-то глупо, непонятно, короче. Мне стало это очень сильно непонятно, поэтому давайте пойдемте все-таки в новую локацию. Я прям боюсь. Давайте. Думать, как вы думаете все-таки? Будет ли в этой, в новой локации какая-нибудь новая музыка? Я вот думаю, будет. Если ты также считаешь, то обязательно напиши об этом в комментарии. Вот прям сейчас. Вот прям поставь вот прям на паузу. Да, считаю, что будет новая музыка. Или нет, не считаю, что будет новая музыка, только сделали в двух локациях. Ну и так, ребят, заходим. Поменялась музыка. И в тему, ребят. Заметьте, в тему. Так, давай, собирай. Не собирай, это только появился, значит. Тут они немножко глючные, я уже так привык к игре. Вот. Ну, прикольно. Ну, классно же, ну, классно. Музыка поменялась. Так, 15к коинсов. 99 рабаксов. И 17,5 коинсов. Ну, не так уж много. Не буду я набирать. Смотрите, какие тут Дракула эмоджи. Ой, ну так уже. Дальше идет фигня, как петок. Больше похоже на петов. Почему они обнимают сердечки вот эти, непонятно. Но идея прикольная, игра классная. Я скажу игре прям вот большой палец вверх за то, что она реально с клевым сеттингом. Особенно с очень клевой идеей под музыку, ребят. Я поэтому, ребят, буду эту игру обязательно в пример ставить, когда буду смотреть ваши игры, ваши плейсы 100%. Поэтому на заметочку, пожалуйста, обязательно сделайте вот так. Это очень круто, ребят. Мне очень приятно играть. Мне очень интересно играть, особенно по звуку, ребят. Даже то, что вот они там клацают одинаково, вообще пофигу. Ну, а так очень круто, ребят. Я даже не знаю. Смотрите, это типа... Даже непонятно. А, это типа кладбище, что ли, да? Ну, домики, а там типа рип-рип-рип. Там типа гробики. Деревня, гробики, и там... кладбище, а это типа забор и вымерший какой-то такой лес, что ли. Такой типа мертвый лес с черным лайком. Ой, с черным, да, с черным сердечком. А там дальше, смотрите, а там дальше ой, там и динозавры будут, там и... Это ковбойское, да, такое что-то? Ой, как круто-то, классно, ребят, мне очень нравится. 31 уже косарь, пойдемте быстренько питомца возьмем, какого-нибудь Дракулу попробуем. Два раза Дракулу возьмем и на этом точно закончим. Блин, игра понравилась, зачет. Обязательно, если тебе она тоже понравилась, обязательно напиши об этом в комментарии, чтобы мне хотя бы понимать. Будем в нее играть? Такой Дракула, яйцо Дракула, прикольно. Так, открылась какая-то фигня. Эй, это шапки, блин. А я не хотел шапку. У меня, вспомните, у кого-то такая была шапка из подписчиков. Да, это шапки. Смотрите, тут 5 шапок в одной. Давайте сейчас посмотрим. Это, смотрите, тут 5 шапок в одной. Давайте. Эквип. А сколько я шапок могу отдать? Офигеть! Эту шапку мы одеваем на питомца. Ага, не на себя. Смотрите, раз, два, три, четыре. Мы 5 шапок одевали, вот эту одну шапку одевали на питомца. И у него увеличили статы.
Вот это, ребят, зачет. И она сразу у нас автоматически тратится. Мы одеваем его на питомца, и она тратится. Обубительно, ребят. Вот это зачет. Вот это класс в игре. Не знаю, мне очень нравится. Давайте быстренько кого-нибудь еще соберем. Я очень хочу тогда вот это тут яйцо открыть. Блин, еще только появилось. Не прогрузилось. Там, видите, смотрите, вот оно... А, ну сейчас... Вот видите, сейчас не прогрузилось, и у меня не появляется зеленая стрелочка. А у этих яйцов, яиц... Точнее, яиц, их яиц, а у этих сердечек зеленая стрелочка появляется. Значит, я могу сажать и как бы их добывать. Вот, ребят, я даже, кстати, вот после всего этого, я не знаю, почему у людей неоднозначные комментарии, лайки и дизлайки к этой игре. Я обязательно сейчас после этой, после вот того, как я сейчас открою, обязательно вам покажу. А, Ешку надо нажимать, блин. Много что не доделано в игре, это, кстати, какое-то привидение. Да, мне дали эмоджи! Эмоджи фигню какую-то дали. Камоновскую фигню. А тут даже, видите, рарок нету. Это камон, это не сюда я пришел. То есть мне вот эти яйца даже можно было не открывать. Фигня. И они, то есть вот это вот мне дали фигню. Биг. Давайте вот это тогда снимем. А вот этого биг оденем. Возьмем. Ну, фигня. Ну, вообще никакой разницы. Четвертый левел, кварти. Давайте вот этого все-таки возьмем. Этого уберем. Хотя... Вот этот один и четыре... Он уже со статами! У него, смотрите, x2 и x1 и 4. Тогда он клевый. А вот эта фигня, это надо убирать. Итак, мы все-таки вышли из этой игры. Я вот хотел вам показать вот эту вот игру. Вот она, Emoji Simulator. Смотрите, я обязательно его фавориты даже поставлю. Блин, мне она очень понравилась. Я поставлю ей обязательно лайк. Мне реально очень понравилось. Вот я говорил про код Циркус. Если что, игрушка будет в описании. Поэтому код вы спокойно сами скопируете. Код я не буду оставлять в комментариях, ну, в описании. Итак, ребят. Вот я и говорил, неоднозначно лайки и дизлайки почти наравне. Но игра, в принципе, я такую не видел. Очень много что своего придумано. Очень много что вообще сделано. Да, глючно. Да, что-то сделано не так. Много очень косячков. Но я бы на их месте подставил клавишу бета. И было бы вообще прям зачет. Было бы вот офигительная игра. Очень классная. Мне очень понравилось, ребят. Не знаю... Понравилось ли вам, но мне прям очень клево. Ребят, ну а с вами был Клантайка. Подписываемся на канал, подписываемся на мой не основной канал, а дополнительный. Просто а мало ли что. Потому что мало ли что уже было у меня взломали аккаунты. И поэтому, точнее не взломали, а как бы воровали аккаунт. Но суть не меняет. В общем, у меня уже пропадал аккаунт. Поэтому я и ввел основные свои действия на втором канале. На втором канале мы будем сейчас все больше и больше играть всякие мобильные другие игры. Но не Roblox. Ну и маленькие ролики будут там по Роблоксу также. Ребят. Ну а теперь точно. С вами был Клантайка. Подписываемся на канал, ставим лайки и всем пока-пока.